Стас Николаев, предприниматель Ирина Стасова, Вячеслава Бутнова, совершенно административного отношения по основному 6.5.20.2.2 Кодекса Российской Федерации административных нарушений, 24 административного наказания, в виде административного штрафа, размере 100 тысяч рублей. Административный штраф должен быть уплачен, по указанию указа постановления, соглашение, которое ведется. Производство по делу административного нарушения, что административный штраф должен быть уплачен по размеру.